Здесь представлены те рабочие специалисты, что практически с первого дня, с 1 октября 2015 года начинали эту службу, как в подготовительный период, так и в основном уже с 2016 года основной работы. Поздравляю вас. Спасибо. Первый участок, не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду, грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, в срок даже, на полгода раньше срока. Здорово, молодцы, спасибо вам большое. Очень старались. Поехали? Поехали. Путь. Как вы у нас были в марте 2016 года, мы погружали первую сваю. Мы хоть и бодро отчитывались, но все равно было страшно. Почему? Потому что первые сваи били по 12-15 дней. Думали, куда же мы выйдем по времени. Аркадий Романович рассказывал. Да. Но потом ребята наложили. Испугались немножко сначала. Да, сначала испугались. Да, было такое чувство. Сейчас мы едем по участку, который в проектной документации и нами называется участок коса. Мы практически основывались на существующей на косе. Мы ее впоследствии сконфигурировали, досыпали, превратили в гидротехническое сооружение, укрепив берега косы каменной наброской.
едем с вами по участку так называемому коса. И вот мы плавно сейчас перейдем на участок, который называется протока. Коса это... Коса Тузлинская. Тузлинская. Здесь мы... То есть под нами земля? Земля, да, под нами сейчас земля. И здесь мы использовали схему неразъездных пролетных строений по 4 пролета в плеть. Поэтому здесь редкие деформационные швы. Не помните, сколько проектировали сооружение и автомобильную часть, и железнодорожную? На проектировку сколько ушло? Практически начали проектные проработки где-то за полтора года всего, до начала стройки. Почему? Потому что мы вошли вместе с геологами в подготовительную. Я не знаю, такие сроки где-то есть еще. Два года, три месяца, по сути, получилось. Да. Ну, мы арки собрали за 9 месяцев. Это здорово. Сооружение в 9 месяцев мы ее сплавляли. Здесь все работали, как говорится, не за заработок, а за совесть. Вот так можно сказать. Заработок само собой, но совесть прежде всего. Постоянно дневали и ночевали. У меня ребенок здесь родился, извините. Да, третий. Поздравляю. У нас во многих семьях появились. Это арки, когда мы там под ней проходим, или на ней проходим, на этой части моста, нужно снижать скорость или нет? Нет, ограничений абсолютно никаких нет, она в составе всего титула, соответственно, ограничений абсолютно никаких нет. Сейчас все знаки стоят, дорожные разметки, которые завтра припустим будут участок, ничего лишнего, устанавливаются и сниматься не будут.
отлично. Да. Мы едем над морем. Здесь глубины уже 8 метров. Это вот так называемый 7-й участок. Притом на каждом участке были закреплены четко подрядчики, которые понимали, что они отвечают за свой кусок работы. А какова глубина ила? Ила глубина была местами от 6 до 20 метров. Потому свайные поля так полируются. Да. Максимальная длина свай до 96-98. Добрый день, дорогие друзья! Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е и 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить организаторов этого проекта. Они без всякого преувеличения поставили общегосударственные, национальные интересы выше личных и групповых. Хочу поблагодарить саперов, которые здесь начали работать. Вот сейчас мы об этом вспоминали. Экологов, археологов, ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке. В пик более 15 тысяч человек. 220 предприятий смежников. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас! И желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы лучшие люди, лучшие строители. Спасибо вам большое.